Нам необходимо позвонить Владиславу Каминцеву. Дело в том, что уже на этой неделе, 5 числа, мы стартуем в турнире среди селебрити, среди очень популярных команд. И первая игра у нас будет с командой «Ничего обычного». Там же будет еще и Амкал, и Sports.ru, и Бронзовые Бесты, и Тудроц, и Girls Power, и очень много команд. Вот, и сейчас, собственно, я хочу позвонить Каме, чтобы он наконец-то что-нибудь пошевелил и сделал какие-нибудь тизеры к матчу, потому что без анонсов, я так полагаю, что вряд ли кто-то узнает об этом турнире. Итак, нам нужно набрать Владислава. Доброе, проснулись, улыбнулись? Проснулись. Понятно. Чё ты, сильно занят? Ну, так, нет. Не сильно? Ну, хорошо. В общем, сможешь сделать тизер к турниру? Да, конечно. Чё за турнир? Ну, в общем, Амкал мутит турнир среди команд медийных. Ну, как ты понимаешь, мы там среди прочих. Mm-hmm. А что ему хотят, что надо? Да хер его знает, что нужно. В общем, в группе у нас... так, сейчас посмотрю. Так, группа А. Бронзовые Бесты, группа Ничего А? Обычного, Fight Club, Sports.ru и, ну, собственно, Амкал. Первая игра 5 июля. Ну, короче говоря, нужно поторопиться. Я понял. Все, больше ничего не надо, это вся инфа. Ну, вообще, да. Ну, тогда готово.